Фама и Лусис. И если бы их поделить, так только надо было второй попыткой. Но выступал еще Кузнецов, который в шестой попытке метнул чуть-чуть дальше. И получилось так, что Кузнецов был первый, Фама был вторым, у него была вторая попытка лучше, и Лусис третий. И вот это я впервые посмотрел. Но я так определил и думаю, да, этот мальчик далеко пойдет. А я тогда выступил очень плохо, потому что я получил небольшую травму. Вот, и спина болела, и локоть, поэтому плохо очень выступил. И второй эпизод, мы в 62-м году с Лусисом поехали на чемпионат Европы и Югославии. Жили мы в одной комнате, вот, только приехали, ну, я говорю, ну что, давай пройдем, прогуляемся. Я говорю, давай. В общем, мы гуляя, зашли на стадион, и когда увидели, что там тренируются поляки, потом финны, шведы, и они начали друг перед другом соревноваться. Янис загрелся, вижу у него глаза. Он говорит, Витя, давай, я пойду возьму копье. Я говорю, спокойно, Янис. Они сегодня отметаются, а мы с тобой будем на соревнованиях соревноваться. Так оно и получилось, что взял первое место, я получил второе место. Вот, вот это такие эпизоды, это первые эпизоды. Ну а потом Янис уже 63-й, 4-й год. И когда он поехал в Токио, я думал, что он там выиграет. Он мог спокойно выиграть, но рядом не было хорошего товарища, который мог бы ему помочь. Все. Я думаю, что если бы я поехал, я бы ему помог бы выиграть. Так. Вот там занял бронзу. Но бронза – это тоже хорошо. Когда я заканчивал свои выступления, я думаю, ну кому же передам эстафету? И оказалось, что когда Янис вот это занял третье место, я думаю, ну, этот мальчик далеко пойдет. Начал с третьего, я в свое время с четвертого начал, потом занял третье и первое. Ну, а Лусис занял третье, потом он потонул первым в Мексико и в Мюнхене вторым был. Он полный кавалер. Первое, второе, третье. А я кавалер только первое и третье место, и четвертое. Что пожелаете? Что пожелать что? Я пожелал им молодым пенсионерам Эльвиры Азолиной и то есть его жене и Янису Лусису долгий лет жизни, это раз. Второе, растить внуков и тренировать, это два. И тренировать копьеметателей. Пока мы нужны, значит, мы должны жить. Долгий лет им жизни и счастья в семейной жизни. В смысле, по-моему, мы никогда не были так называемыми дружбой. Потому что он был немножко вперед нам. Например, он был чемпионом мира, он был олимпийский чемпион, он был европейский чемпион и так дальше. Я был молодежь. Да, но и олимпийский чемпион и мировой рекордсмен одновременно, да? Да, сразу случилось. Сразу, да. Это плохо? Это плохо? Нет, совсем хорошо. И когда я был достаточно хорошо, в 1967 году, я уже метал 87 метров. И в первом периоде в этом году я был лидером как лист атлетических результатов. И потом он метал 90 метров. Это было очень хорошо. Я потом заболел. Мне было очень плохо. Не знаю, как говорить по-русски. Потянул. Мой абдуктор. Порвал. Да. Поэтому 7 лет я не мог метать новый персональный рекорд. 7 лет. В этом году и в этом году он был наилучший. Этот человек мне нужен, не как. Янис.
which is most probably one of the greatest success. And it was prepared. One of my friends who also was a javelin thrower, and we wish that we are going to meet in 10 years' time, and again another 10 years' time, and we are bringing all the time a nicer and nicer present for you. Happy New Year! Ierasties šeit uz šo mūsu pasākumu, gan uz mūsu sacensībām. Man liels prieks tiešām ir redzēt, jo mēs esam tagad tikušies jau kādu laiku. Es ceru, ka šī tas, ko mēs esam pulcējušies tādā lielā skaitā, ka tas sākums ir arī tam, ka mēs turmāk atkal vēl tiksimies. Janis engem respekt hívott, erre nagyon-nagyon kedves évfordulóra, és csak egyet... He was very happy when I told him that he's also very welcome to come here and see Janis' birthday. Viņš ir ļoti priecīgs un laimīgs atkal arī būt šeit un mums sveikti Jānis dzimšanas dienā. Sometimes neaizsot találkoztunk nagy versenyeken, és sajnos mindössze egyszer sikerült megelőzni, a többi nagy versenyen mindig ő győzött előtt. De azért csodálatos találkozók voltak is ennek különböző. És kívánok egy we have met many times in competitions. Unfortunately, with Gergester, most of the cases, Janis was winning. But only one time, he was in Tokyo, he was number second, and Janis was number third. So this was a very excellent time in his life. So he is wishing him a happy birthday and he hopes to come back again and in another 10 years, another 5 years or so. I've been glad to see you back in the good house and I hope to see you again. Viņam tikušies sporta arēnās vairākas reizes, bet tikai vienu reizi viņam izdevies uzvarēt mūsu Jāna Lūs pārējā laikā. Jānis Lūs ir bijis pārāks. Un viņš vēl daudz laimes dzimšanas dienā un izsaka arī cerību, ka viņam būs iespējas būt atkal šeit atpakaļ, varbūt pēc vēl kādiem 10 gadiem. Nu, man liekas, Jāni, ka es tā labprāt gribētu vēl vienu tādu izpilnieku uzaicināt, vai Dainis, ko mums ir tūmā? Ir tūmā, Dainis, jā? Nu, Dain, es domāju, ka tā jūsu... un pēdējie ciemiņi, tie visi ir 79-29.
zemlji. Latvijs rekorda. Rogar pasao do Lavaka i sad slijepom s Ešo Rezi, 12 metri, pa ani 90 metri. I 20 metru. Mladić pan Krapa. I will give some short instruction now. Everybody can follow what will be. So, and sax is not a bomb, that's a vortex. Это vortex, это не атомная бомба. Но это vortex, если кто не знает, if somebody doesn't know, it's for training, for strength, and you can practice. And you say you see 5 Olympic rings and you should throw. And if you can hit this ring, every ring, любой, правильно. If попадаете в бок, you have 1 point. If you don't hit it and this up, you have 0 points. Второй будет Цибуленко. A third one, Dirk Bolta. Пятый, Александр Макаров. Шестой, Клаус Вольфман. Он седьмой, Ян Слуз.